Всем привет, дорогие друзья, из солнечной, зеленой, прекрасной Алании. Это наше последнее видео в этом году, и в этом видео мы с вами подведем итоги года. Ну и, конечно же, обязательно съездим на пляж Клеопатры. Я не оставлю вас без моря. Мы выезжаем с пятничного рынка, друзья, в этом году. Пятничный рынок я вам уже не покажу, потому что 30 числа рано утром мы отправляемся сначала в Фетхе, а потом в Каш. На Новый год мы будем находиться там, поэтому не забывайте подписываться на наш канал. У нас всегда много интересного, и снова мы с вами едем в путешествие на Новый год. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что на моем канале проходит розыгрыш подарочных сертификатов. 31 числа в 12:00 мы определим 5 победителей, которые выиграют 6 сертификатов на 100 лир и еще кое-какие бонусы. Как участвовать в розыгрыше? Осталось всего несколько дней. Смотрите в описании к этому видео. Ну а сейчас едем с вами на пляж Клеопатры, и я вам расскажу, что же нового произошло, какие изменения произошли в связи с пандемией в Турции и каковы новые распоряжения правительства по этому поводу. Сегодня в Алании стояла с утра очень классная погода, 28 декабря, чистое голубое небо и потрясающе тепло. Если говорить о том, какие распоряжения правительства вступили в силу, то у нас до сих пор по выходным дням продолжается комендантский час с пятницы с 21:00 до понедельника 5 утра. А также каждый день в течение недели с 21:00 до 5 утра есть запрет на выход на улицу. Все магазины закрываются в 20:00. То, что касается новогодних праздников. С 31 декабря с 21:00 по 4 января 5 утра запрет выходить на улицу. То есть Новый год все празднуют дома. Также запрещено празднование в отелях. Рестораны закрыты, работают только на вынос. Только некоторым отелям дали разрешение на новогодние празднества. Поэтому в этом году мы отправляемся в Фетхе и в Каш и будем на Новый год находиться там. Все остальные распоряжения правительства в связи с пандемией продолжают существовать. Это касается и ХЕС-кода, который требуется для входа в торговые центры и в государственные учреждения. Ну и, конечно же, запрещено лицам до 20 и старше 65 передвигаться на общественном транспорте. Передвижение на личном транспорте между провинциями возможно только с разрешением. Мы уже приехали на пляж Клеопатры и сейчас спустимся к морю, покажу вам парк. В общем, всю вот эту вот красоту, которая у нас есть, несмотря ни на что. Ну а потом расскажу вам, как прошел мой год. В Алании стоит просто потрясающая погода. Друзья, не забывайте заходить в нашу группу на Фейсбуке. Мы всегда там делаем прямые эфиры из Алании. Постим очень много видео и фотографий каждый день. И вот, например, прямо сейчас Айхан делает прямой эфир на Фейсбуке. Обязательно заходите, ссылка в описании ко всем моим видео. Также, если у вас есть вопросы, мой WhatsApp находится в описании ко всем видео. На Клеопатре у нас солнечно, ярко. Здесь очень много парков, отелей, здесь хорошие пляжи, и здесь также есть табличка с городами-побратимами. Если вы не знаете, у Алании очень много городов-побратимов, есть города-побратимы Швеции, России, Германии, Беларуси, Финляндии, Туниса, даже китайский город-побратим, Польши, Греции. Очень много городов-побратимов, которые как раз участвует в традиционном празднике культуры и искусства, который проходит в июне месяце каждый год. Ну и, конечно же, в рождественском базаре. В этом году рождественского рынка не было, к сожалению, по всем нам известным причинам. А
мы надеемся, что в следующем году он состоится. Посмотрите, какое мощное, шикарное дерево. Ну и, конечно же, сейчас у нас сезон цитрусовых, и везде растут апельсины и мандарины. Когда мы поедем в Каш, мы обязательно заедем в Финике. Финике – это цитрусовая столица Турции. Поэтому сделаем репортаж для вас и оттуда поедем на плантацию и будем собирать апельсины. Ну а сейчас, друзья, идем с вами к морю, на самый прекрасный пляж, на пляж Клеопатры. На этом пляже очень классно, здесь очень широкая набережная, можно заниматься спортом, кататься на велосипеде. Для детей есть детские площадки. Посмотрите, стоит настолько теплая погода, что люди на пляже загорают и даже играют в пляжный волейбол. В купальниках отдыхают, загорают. В общем, потрясающе. Пляжные бары, к сожалению, закрыты, потому что сидеть запрещено. Ой, как тепло, как тепло. Невероятно. Сегодня также состоялось очень важное событие. Мне вручили награду лучшего графического дизайнера, награду за лучший графический дизайн в печатных изданиях от Ассоциации журналистов Алании. 5-й год подряд я получаю эту награду. И я вот в таком вот официальном костюме, видите, в лаковых туфлях после получения награды, но все равно пришла на пляж, чтобы насладиться солнцем и показать вам море. Вот такую вот награду получили мы в 5-й раз. Это наша 5-я награда за лучший дизайн рекламы в печатных изданиях. В прошлые разы, вот они все наши награды стоят, я вам их тоже покажу. Было вот такое вот, одна из самых красивых наград, было вот такое вот перо. Также здесь есть вот такие вот красивые тарелочки. Ну и награда, которую мы получили в позапрошлом году, выглядела вот таким вот образом. В общем, друзья, если вы не знаете, чем занимается наша компания, мы занимаемся маркетингом, брендингом, развитием бизнеса и всем тем, что с этим связано. Поэтому, если вам нужны наши услуги, обязательно обращайтесь. Мы в этой сфере работаем уже более 15 лет, у нас более 100 завершенных проектов и очень много довольных клиентов. Поэтому в описании к этому видео смотрите ссылку на сайт нашей компании. Ну и, конечно же, работайте только с лучшими, с такими, как мы. Сегодня немножко море волнуется. Мы всегда с вами ходили на Домлатаж прям вот туда, в самый конец пляжа. Ну а сегодня решили приехать сюда, потому что послезавтра мы уезжаем в Каш, и на этот пляж в этом году мы уже, скорее всего, я думаю, что точно не приедем.
такая вот у нас красота. Здесь, друзья, она даже для папы очень жарко. Градусов 25 точно есть, поэтому наслаждаться можно вечно. И несмотря на то, что год этот был местами сложный, местами интересный, год, который принес много всего нового. О том, что нового у нас произошло, вы узнаете в следующих видео. Я обязательно сниму, расскажу вам и покажу. Ну а что сказать об этом годе? Можно его только поблагодарить, потому что, опять же, несмотря на все то, что мы, возможно, потеряли, мы приобрели намного-намного больше. Я надеюсь, что этот год у вас тоже был, несмотря ни на что, хорошим. И надеюсь, конечно же, на то, что следующий год будет еще лучше. А для того, чтобы он был лучше, не забывайте участвовать в нашем новогоднем розыгрыше. Ссылка в описании. Потрясающее сегодня море. Даже уходить не хочется, но, к сожалению, нужно ехать по делам и обратно в офис. Море просто шикарное. Алания – это просто лучший город на Земле, несмотря ни на что. Это красота и счастье неописуемое. Это словами не объяснить, не рассказать. Я думаю, что те, кто был в Алании, кто здесь живет, наслаждается этим каждый день и благодарит жизнь за то, что живет в Алании. Потому что действительно лучше города на Земле нет. А я жила во многих странах, во многих городах. И Алания самый-самый лучший и самый прекрасный город. Надеюсь, что такое позитивное настроение мое передастся и вам. И вы не будете грустить, хорошо отметите Новый год. И в Новый год мы войдем совершенно новыми, лучше, интереснее. И что Новый год принесет нам только позитив. Я на это искренне надеюсь, чего и вам желаю. Прощаемся, друзья, с вами, с нашим потрясающим пляжем Клеопатры. Вот с этой вот невероятной красотой. Благодарим за то, что она у нас есть, и то, что в этой жизни мы можем ей наслаждаться, живя здесь практически каждый день. Если приходить на море каждый день, то потрясающая природа, погода и замечательное море. И дальше отправляемся с вами в центр города.
А сейчас, друзья, мы с вами уже оказались у самого подножья Аланийской крепости. Море здесь, конечно, не сравнить по мощности с пляжем Клеопатры. Если там много волн, то сегодня здесь, посмотрите, какая красота. Ну и давайте с вами наконец-то подведем итоги этого года. И что я вам хочу пожелать? Конечно же, самое главное – это здоровье. И второе, чтобы все ваши мечты исполнились. Я надеюсь, что вы загадаете под шум этих волн вашу самую-самую заветную мечту. И она обязательно-обязательно исполнится. Ну и, конечно же, желаю вам всем, чтобы ваша мечта приехать в Аланию и побывать в Алании тоже исполнилась. Поэтому будьте здоровы, загадывайте желания, и пускай они всегда-всегда исполняются. Ну и, конечно же, дорогие друзья, в конце года и перед тем, как ехать на Новый год из Алании, мы обязательно зашли к Ахмет-Усте для того, чтобы насладиться его прекрасной едой. Я возьму себе куриный суп, Айхан берет рис, по-моему, с мутом. В общем, если вы бываете в Алании, если вы в Алании, обязательно приходите. Сейчас, во время пандемии, можно приходить, брать еду на вынос. Ахмет-Уста работает каждый день, кроме воскресенья. Сегодня у нас в меню, как обычно, потрясающие турецкие блюда. Курица, мясные, баклажан, нут, фасоль. Вкуснятина невероятная. Ну и, конечно же, вот в этих волшебных кастрюлях стоят вкуснейшие супы. Предпоследние дни этого года. Всем приятного аппетита. İyi seneler, mutlu yıllar. 2021 yılı herkes için mutlu, sağlıklı olsun. Alanya'dan herkese sevgiler, saygılar. Herkesi Alanya'ya enişlerin yerine bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Желаю вам, друзья, чтобы случались только положительные эмоции в вашей жизни. И несмотря ни на что, вы не падали духом и все воспринимали, ну, я не знаю, что ли, с точки зрения какого-то позитива, даже когда это очень сложно. Я понимаю, что в некоторых ситуациях это очень-очень сложно. Но я думаю, что мы прорвемся. Этот год был очень интересный, странный, местами трагичный, местами сложный, веселый, страшный. В общем, в этом году мы пережили полную бурю эмоций, полный спектр эмоций, и я думаю, что в следующем году и все последующие годы будут лучше, чем этот. И я всегда говорю о том, что каждый год моей жизни лучше, чем предыдущий. И прошлый год, и этот год были просто потрясающими, потому что, ну, произошло столько невероятных событий, родоначальником которых была я, были события, которые от меня не зависели, но все эти события происходили с потрясающими людьми, в потрясающих местах. Это было здорово. Пускай будет таких людей, мест, событий намного больше. Вот с такой вот потрясающей панорамой я с вами прощаюсь в этом году. Не забывайте про наш конкурс, розыгрыш 31 числа в 12:00. И будьте здоровы, пускай все будет хорошо, пускай все будет так, как вы хотите. Прощаюсь с вами в 2020 году. Будьте здоровы, пускай все будет... Ну, пускай все будет просто без слов, загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Всем всего хорошего, всем пока-пока из 2020 года, и встретимся в 2021 опять в солнечной, прекрасной, великолепной Алании и Турции. Всем пока-пока!